Мы можем долго ждать справедливого решения от этой власти, которая занимается махинациями. Это абсурд. Справедливого решения никогда не будет. Мы требуем или признать победы по всем 13 округам оппозиционных депутатов. Или же признать выборы недействительными. Верховную Раду нелегитимной. Верховная Рада с фальсифицированными результатами выборов не может быть легитимной. Мы готовы сложить полномочия. Это будет иметь только лишь в том случае эффект, если партия «Батьковщина» и партия «Свобода» вместе с нами сможет, захотят и сделают это, обнулить списки. В данном случае Верховная Рада будет нелегитимна, и должны пройти повторные выборы, честные выборы. Эти выборы никогда не станут честными при тех людях, которые находятся там, считают. Поэтому мы сегодня собрались здесь. Поэтому мы будем отстаивать наш выбор. Поэтому мы будем всегда бороться за каждый голос. А если кто-то не дает нам права нашего выбора отстоять наш голос, мы будем это делать всеми способами. Мы будем использовать все методы для того, чтобы правда восторжествовала. Лишь по! Лишь по! Лишь по! Лишь по!